С вами я, Димон Чёт, мы давно не виделись. Опять пушек в колге. На пятом месте АК-47. У него неплохой урон и легко контролировать отдачу. Его можно получить легко о начале игры. Четвертое место тип 25. Эта пушка мне не очень взошла, но у нее тоже легко контрить отдачу, и лучше всего нужно гасить вертикальную отдачу. На третьем месте у нас DRH. У нее большой урон и мелкая отдача и разброс, но мало патрон, и мелкая скорострельность. На втором месте у нас Асвал. Она, ну уж очень большая скорострельность. Урон средний, но маленькая дистанция поражения. На первом месте у нас CRMX. У нее мелкая отдача, мелкий разброс, высокий урон, короче, пушка идеальная. И с вами был Димон, и всем пока.